Всем приветики! Вы видите, интерьер меняется. Я купила новую кастрюльку. Набрела у нее водицы. Ой, сейчас покажу. Вот такую кастрюльку я купила. Набрала водицы, кипячу. Вот. Видите? А что наверх ногами? Написано Индия, Днепропетровск. В общем, вот такая кастрюля. Нержавейка. Что они тут пишут? Коруней можно борщ варить, я так понимаю. Ну, что-то пишут, прочитать я не могу ничего. Ой, все, что-то пишут покрупнее, не вижу. В общем, вот такая кастрюлька, она мне понравилась. Знаете, неплохая, она плотненькая такая. Вроде бы и тонкая эта, но плотная. И дно такое поплотней, ручки плотные. Мне нравится очень крышка. Смотрите, она вовнутрь, как по-старому. Что не будет в холодильнике натекать. Если будет капать, будет стоять здесь бортик, видите, будет в крышке. В кастрюлю не будет течь. Вот это мне нравится. Ну, конечно, если там уже через верх, так тогда да. А это что-то шатается. Это вот я ее сейчас прокипячу. И буду варить бульончик в ней. Стекло плотное, не такое тонкое, как в обычно. Вот посмотришь, долго я думала. Литр 800. Да? Литр 800. Неплохая фирма индийская. Вы знаете, неплохая. Такая она дебеленькая кастрюлька. Пусть прокипит, прокипятится. Такое дно, дно поплотнее у нее. Как-то, наверное, на выбитая кастрюля на этом, на прессе. А потом еще дно к ней приварено. Я думаю, так. А я поставила свой казан. Ну, что вы думаете, в эту кастрюлю же не влазят мои кости. Вот закипело у меня. Все. Вот что у меня есть, бульон. А в новую кастрюлю же не влазят кастомлы. Так что надо варить здесь, а потом переливать бульон. Вот такое дело с индюка. Хочу бульон. В общем, вот такие занятия у меня. А вот еще я купила вот такие коробочки такие, видите? Турция. Для сыпучих. Короче, насыплю кашку, соль, сахар насыплю. Мне понравилось, что они мало места занимают, видите? Вот Турция написано, туркиш. Этот, мало места занимают, мне понравилось. Только помыть надо их, просушить. И как раз соль, сахар и каша. Ой, я не ем много каши. Короче, какая-то кашка будет в запасе. Пшено надо пересыпать. И кушать. Вот такие коробочки взяла. Из-за того, что они вот места не занимают. Литр 200. Видите? На 3. Качество хорошее. Турция хорошее качество. И вот оно даже этими полосками можно сыпать порционно. Я думаю, что одна полоска, наверное, порции 3. Туркиш. И что тут еще? Этот... И, наверное, написано, куда их можно, это, да, вон, как к ними пользоваться, куда засовывать. В общем, вот такие я накупила себе подарки. Ну, приветики, наварила я своих костей. Мечта, мечта, я мечтала. Ходила я в магазин, я же вам показала, кастрюльку купила. Ну, газ уже дно за этот самый. Такие какие-то потеки синие. От газа, наверное. Капельки, наверное, были с кастрюльки от газа. Такие потеки на дне. Это она еще прогорит. За такие гроши. Смотрите, что я купила. Купила себе такую заколочку с жемчужинкой. Такая заколочка. И купила себе красочку. Красочку. Хочу поменять краску, потому что краска никуда не годная. Вот купила новую. Краску вот такую, красавицу взяла. Там выбор хороший, много их.
Ну, взяла пока такую краску. Посмотрим. Я хочу попробовать, как она будет у меня. А потом, если что, дальше пойдем. Такие там цвета. Вот такое здесь описание. Что-то тут пишут. Угу. Здесь много написано. Ну, надо все читать в увеличитель. Так ничего не прочтешь. Вот такая, в общем, коробка. Вот они обещают красоту. Вот так. Ну, вот мне эта девочка очень понравилась. Дорогая. Кто там пишет богатство? По-богатому. По-богатому. Так что я взяла красочку. Вот так. И такую заколочку. Тоже мне понравилась. Она недорогая заколочка. Ой, Кости, я так ждала, их так ждала. Бульон сделала и этот же свои любимые. А, нежные, ароматные. Прям само котится в горло. Хочется с лучком. Но лучок же у нас такой вредный. А хочется. Опять же я смотрела сплетни. Короче, попался мне сам шпак. Папа говорит, что это все неправда. А другие же говорят, что нет. Не оправдывался бы ты, если было неправда. Короче, там такая заваруха среди них. Вот еще купила я батончик такой. На закваске. Очень вкусный, но что-то я уже кусочек съела. У меня уже чешутся ноги. Наверное, есть его нельзя. Хочется, ем. А, наверное, нельзя. Короче, смотрела я сплетни. Опять же, про эту жинку того ж Солнцева. Как его фамилия забыла? Булка вкусная. Даже чуть-чуть сладковатая. Он такой белый отражает. Так. Еще у нас есть волшебный ингредиент. Только надо немножко подкушать, чтобы не упасть в просак. Мандаринка. Желтый помидор, лук, персик и огурчик. Вот так. Вот такой у нас стол. Так, косточку я немножко погрызла, да? Вот, видите? От желтых помидор тоже. Съела помидор, этот, аллергия. Кошмар. Ничего нельзя брать. Так, лучок. Сейчас откроем а-ля шампань. Это артемовская брют биле. Классичный метод. Вино игристое. Сейчас откроем.
Не опьянеем мы. Я же покушала, подкушала. Так. Вот так. А, тут для особо одаренных вот есть даже эта веревочка. А я и не туды. Как-то оно быстро снялось. Ой, какая-то пробка боком. Слушай, наверное, и было оно на акции, что пробка боком. В глаз, в ложбешню не стрельнет. Так. Пробочку снимем. Опа. Начала выходить пробочка или нет? Потихоньку. О, все, я охладила, чтоб без проблем. Ой, такое впечатление, что вторичное какое-то. До какого года? До какого года? До 28-го года. Рано я открываю. С 23-го. С 23-го ему уже 3 года. Нет, не 3 года. Оно сентябрьское. Год ему. Двадцать третьего год. Ну, короче, вот такое. Сейчас попробуем. Опа. Крышкой закрыть. Ой. Ты еще не сильно ты закроешь. Ой, какое красивое! Такие пузырики. Гляньте, ой, золотые, классные. Колючее. Вкусное такое кисленькое. Ах. Ах, вкусненькое к моим косточкам. Просто замечательно. Как в фильме «Веселые ребята». Только они там ели что, поросенка? А я индюка. А вообще еще найдем бульончика. Потом слышала, что Родион Газманов тоже не пользуется спросом. Хочет в политике.
на концерт продалось 30 билетов. И концерт, конечно же, отменили. Так что теперь хочет быть депутатом. Как-то у всех такие желания. Вкусная косточка. Где мои салфетки? Хорошая. Бумажки эти поприлипали. Всё, борщуня там тарахтит. Борщунька тарахтит. О, какая смачная, какая смачная. Вы знаете, сейчас, наверное, их все-таки кормят вот этим кормом. Они не такие ароматные. Но все равно лучше курицы. Такое шампанское классное. Вот такая кость, хоть ногой наступай. Ой, мясо. А где мой лучок? Закончился? Лучок надо.
Как вкусно, а? Костями, как арбуз ем, от уха до уха грязная. Свежие, нежные, но это индюки, которые все-таки кормленные. Какая вкуснятища. Курица уже не то. Были еще шеи индюшинные. Дешевле на 40 рублей, ну. Не знаю, что-то я посчитал, что там больше костей, а, наверное, не больше. Ой, очень вкусно. Ну, конечно, опасно. Можно зуб сломать. Хоть они и мягкие, все равно выгрызаешь, сосешь. Так вкусно. Пальчики оближешь. Очень приятное вино. Так. Сейчас ручки вытереть еще. Подлить надо. А-ля шампань. Брюш. Брют. Очень хорошая. Опа. А это на похмелку завтра. Ой. Ой, силы нету. Закрывать. Закрыла. Угу. Хорошее. Такое золотистое. Такие пузырьки. Очень приятное. Так, что еще хлебчика возьмем? Хлебчика хочется, но это вроде как натуральный, но кто его знает. Ой, я ж тогда съела тот кирпичик, а было мне так дурно, и опять купила. Купила ж я кашу, растворяется, да там одна кукуруза, не буду, отнесу на мусор.
С одной кукурузой не хочу. Надо самому молоть и варить. Постирала полотенце, нижнее белье повесила на балкон. Досмотрела сплетни в интернете. У нас, слава богу, спокойно. На даче там, на даче у меня гэпает. За 30 километров. Звонила приятельница с Австрии. Вместе работали. Что-то они там уже поприживались. Уже домой не хотят. Покупайте индюка. Очень вкусно. Только сказала, что все хорошо. Что если летит? Летит. Здесь полетела. Похоже по звуку на самолет. Дальше полетела. Ой, мало костей взяла. Надо было десяток брать. Летит. Наш аэродром вроде не работал.
как вкусно, боже мой. А пузырьки идут, а пузырьки идут. Так, кушала я хорошо. Вроде как и не пьяная, но что-то есть. Что-то летает, Алюны. Хороший обед. Что-то на улице непонятное. Очень хорошая, вкусная, очень. Так, хлебушек спрятать. Ой, шикарно. Пообедала шикарно. Так, что мы скушаем? Наверное, мандаринку. От помидоров и желтых, и розовых аллергия. А я набрала такую мандаринку. Угу. Пахнет елкой. Просто Новый год. Так, поставить сюда надо, чтобы не разбить. Так что сегодня сплетней насмотрелась совсем. Правительство, наши правители там что-то разогнали их. Я их не знала, а теперь вообще все новые, ничего не понять. Вчера ночью смотрела это депутатов. Вчера или сегодня, получается, ночью, да? Новый там спикер. Не знаю, что дядька такой. Ну, этот мне покрасивше того. Я на морду смотрю, как раньше бабушки выбирали по морде. Этот мне симпатичнее, не знаю, какой он. Что ты хочешь, выходи. Ага. Божик, так надо ж форточку закрыть. Бо я кричу на тебя, а мне ж тебя жалко. Надо закрыть. Ой, форточку, боже мой. Ну иди, выходи. Поздоровайся. Я тебя не выпускала, бо ты сейчас махнешь и все поулетает. Крыльями махнешь и будем все собирать на полу. Ой, как не там, так тут свалила. Вот так. Думаю, куда ж поставить? Куда поставить, куда податься? И свалила. Хорошая, сочная вот эта мандарина. Ну, наверное, гибрид. А ты борщу не хочешь, о?
Угу. Бери. Угощайся. Да, апельсин где-то. Вкус больше апельсинок. И персик. Шо ты? Куда лучше торта? Торт невкусно. Какое прекрасное обжорство. Вкуснятища. Ставим лайки за такой вкусный обед. Подписка, колокольчик. Спасибо, что вы меня смотрите, что вы со мной поддерживаете, пишите мне комментарии. Огромное вам спасибо, что вы просматриваете меня. Спасибо огромное. Лайк, подписка, колокольчик. И до новых встреч. Пока-пока. Не забываем писать комментарии. Да, Борчунечка? Мы все комментарии читаем, всем отвечаем. Спасибо вам огромное. Для меня большой подарок, что вы мне ставите лайки, что вы просматриваете рекламу. Спасибо огромное. Благодаря вам я могу себе позволить что-то купить. Спасибо огромное. Я вас очень люблю, ценю, благодарю, спасибо. Огромное вам спасибо. Лайк, подписка, колокольчик. Не забываем писать комментарии. И до новых встреч. Пока-пока.